Все идет по плану. Так Минпромторг России комментирует развитие импортозамещения в промышленности. В среднем доля зарубежной продукции на отечественном рынке сейчас составляет 39%. Однако некоторые эксперты считают, что показатели могли быть и лучше. Об этом заявили на заседании клуба промышленников, которое провел на площадке Химпрома премьер-министр Чувашии Иван Моторин. Здесь отметили, большинство производственных предприятий страны достаточно сильно зависят от поставок импортного сырья, оборудования и комплектующих. Зачастую бизнесу не дает развиваться и банальная нехватка денег. Текущие ставки кредитования неподъемны для многих долгосрочных проектов. Палки в колеса вставляют и контролирующие органы, увеличившие число внеплановых проверок. При этом к зарубежным поставщикам требования куда более лояльные. Нельзя за конкурентностью прятать федеральные недоработки. То есть, если мы приняли закон, мы должны создать равные условия на рынке для всех участников, что как российский производитель попадает под действие этого закона, так и иностранный производитель должен в полной мере попадать под действие этого закона. На совещании отметили, для успешного импортозамещения сегодня крайне важно доработать федеральные законы, чтобы создать одинаковую конкурентную среду для иностранных и российских компаний.